Эмоции бьют через край, говорят участники игр нашего двора. Уже 5 лет проект укрепляет семьи, сплачивая родителей и детей. В этот раз праздник пришел в Кубинку. Наша задача – предложить людям игры на свежем воздухе. И детям это взамен гаджетов, что можно играть. Здесь несколько площадок. Это и гонки на тюбингах, перетягивание каната, прыжки через канат, веселая эстафета. И это еще не все. Сладкие призы, горячий чай – отличный бонус к празднику. В программе подвижные игры на любой вкус. Среди них рисование красками на снегу, бокс с макеварой, боулинг. Организаторы проекта добавили креатива, чтобы вовлечь в праздник детей всех возрастов. Очень хорошие аниматоры, детям очень много предоставлено занятий, развлечений. Ну и, конечно, приезжают теплый чай горячий, классный, свежий, вкусные, сладкие конфеты. Спасибо большое всем, кто организовал этот праздник. Очень здорово. Весело, на свежем воздухе. На каждый возраст здесь есть свои конкурсы, это мне нравится. Вот, там старшие играют там мячики, перетягивают канаты, маленькие могут побросать просто мячики. Вот, поэтому вот, спасибо организаторам за такой праздник хороший. И даже призы получили. Проект «Игры нашего двора» открыт для всех желающих. Такой праздник можно устроить у себя бесплатно. Для этого необходимо связаться с организатором проекта. Мы можем провести мероприятие в каждом дворе, в котором захотят. Основная задача – это найти 5-10 инициативных родителей того или иного двора. А всю остальную организацию мы поможем все рассказать и показать на месте, потому что у нас техническое задание для внедрения на любой территории готово. Организаторы проекта уверены, игры нашего двора не уходят бесследно. Помимо новых знакомств и хорошего настроения, этот праздник служит стимулом для родителей чаще отдыхать с детьми на свежем воздухе. Проведенное вместе время – бесценно. Эмилия Ракелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».